город Караганда, перекресток улицы Розы Люксембург и Винницкая. Я вот продолжаю свое движение по улице Винницкая. Это мой друг снять? Да. Из Германии? Нет, не из Германии, для Германии. У меня для Германии снимать? Да, да, у меня канал на YouTube, они смотрят, просят. Ну да, сейчас как раз самое время. Да. Ну да, и по ней тоскуют люди. Здесь автобус идет, 117-й. Победа, наверное. Оживленно тут Роза Люксембург, хотя она как бы Винницкая, но Роза Люксембург. Дома. А вот это уже Петрозаводская. А, Карла Либкнехта еще дальше. Ну, до Карла Либкнехта я дойду. И, к сожалению, потом у меня заряд кончится, и все, alles gut будет, alles upta gut, как называется. Это Петрозаводская, я ее снимал, проходил. Ну, долго шел даже. Чуть ли не бегом, и то есть 23 минуты было. Петрозаводская, 95. Берлин. Вот это Берлин. Реально Берлин. Там даже есть вот название Берлин. Я на Карла Либкнехта, да? На перекрестке. А дальше уже воинская часть. Вот эта улица Карла Либкнехта уже. Я ее снимал несколько раз, и вот тут есть заведение, то ли магазин, то ли... А, мойка. И на этой мойке написано Берлин. Можно даже перейти через дорогу, чтобы взять этот ракурс. Берлин. Народ, он как бы решил вот это народное название вывести наружу.